За разговоры на русском языке в Латвии будут штрафовать. В Ставрополе из-за угрозы прорыва дамбы эвакуируют людей, а во Владивостоке отметили якутский национальный праздник Исыах. Подробнее об этом на других каналах, у нас только уссурийские новости. В студии Екатерина Рехтина. Здравствуйте. Сегодня вы увидите. Парнокопытные из Европы. Венгерские коровы переехали в Приморье. Отложили бизнес у предпринимателей. Праздник. Без году век. Пограничники на службе. Прощальный утренник. Детсаду пока, школе привет. Волна по стране. Велосипедисты прокатились. Гости из Венгрии прибыли в Уссурийский округ. Племенные высокоудойные коровы прописались в раковском хозяйстве. Местные специалисты уже привыкли работать с иностранками и устроили парнокопытным теплый прием. Из Европы к нам на постоянное место жительства. Коровы голштина фрисской породы прилетели в раковское хозяйство из Венгрии. 165 голов, телочки как на подбор. И неудивительно, их действительно тщательно выбирали на зарубежной ферме уссурийские специалисты. Это племенные телочки. Конечно, есть записи о папе, о маме, вплоть там до какого-то колена. Да? То есть, почему мы смотрим племенную информацию? Потому что мы должны знать, какой удой был у бабушки. До раковки добраться было непросто. Почти сутки гости провели в пути. Но животные хорошо перенесли авиаперелет и поездку. Сейчас новоприбывшие на сухой диете. Пока коровы не акклиматизируются, кушают только сено без добавок и живо интересуются всем, что происходит вокруг. Новые постояльцы призваны увеличить местный удой. Каждая такая корова дает в несколько раз больше молока, чем российские буренки. Это тоже голштинки, но прибыли они сюда намного раньше, 2 года назад, из Германии. У раковского хозяйства большой опыт с голштино-фризской породой. Эти телки уже второе поколение первых переселенцев из Европы. Коровы полностью обжились и обрусели. Среди местных любимец – белоснежный ангел, пшеничка, маргоша. В еде не привередничает. Новоприбывшие тоже выказывают хороший аппетит. Аппетит у них просто прекрасный. Я думаю, наше сено им подходит. Потому что кушают они хорошо его. Молочная страда в хозяйстве начнется этим летом. Здесь есть автоматизированный доильный зал, оборудование и люди готовы. Голштинские коровы в Приморье не диковинка, а популярная порода. Но средний удой по краю – 5000 литров молока в год с одной телки. В раковском эти объемы уже увеличили на 50%. Отменная родословная новоприбывших предполагает, что животноводческий импорт скоро окупится. Евгений Талов, Никита Файзулин, Телемикс. Купюра номиналом в 2000 рублей с изображением моста на остров Русский во Владивостоке выйдет в октябре. Об этом заявил представитель Центробанка России. Окончательный дизайн банкноты, в том числе и новой 200-рублевки, утвердят к июлю. Деньги выполнят в улучшенном варианте, чтобы продлить срок службы. Для этого при производстве применят новые материалы. Напомним, конкурс по выбору символов для купюр в 200 и 2000 рублей проходил с июня по октябрь прошлого года. В нем участвовали около 5000 достопримечательностей из множества российских городов. Последним этапом конкурса стало голосование, на котором определились два победителя. Символы Дальнего Востока – это мост на остров Русский во Владивостоке и космодром Восточной в Амурской области. Еще один финалист – Севастополь с изображением памятника затопленным кораблям и вид на Херсонес Таврический. Уссурийские предприниматели отметили профессиональный праздник. В этом году торжество получилось двойным. 10 лет исполнилось и Совету предпринимателей. Самых активных представителей бизнес-сообщества наградили почетными грамотами и благодарностями. Торжество у предпринимателей Уссурийска. В 10-й раз представители бизнес-сообщества отмечают День предпринимателя. По традиции, тех, кто вносит особый вклад в развитие города, чествуют в администрации. Спасибо вам большое, что благодаря вам наш округ находится один из лидеров предпринимательской деятельности. Я думаю, что власть делает все, чтобы вы развивались и хорошо росли, и процветали, потому что когда процветаете вы, тогда у нас есть бюджет. Среди наград две почетные грамоты. Одна предназначена для Айхуа Пестеревой. На предпринимательском рынке женщина с 92-го года. Виноград с ее плантации покорил уссурийцев. Залог успеха – каждодневный нелегкий труд, говорит фермер. Сколько лет работаем, трудностей много всегда, но мы преодолеваем. Терпения надо набраться, все равно идти добиваться своей цели. Юрий Чубко – обладатель 2-й почетной награды. 2000 год был стартовым в работе его предприятия «Уссурнефтепродукт». Сегодня это крупная организация с множеством дочерних фирм по всему краю.
Это ежедневная работа, ежедневно какие-то мысли, идеи, действия решительные или наоборот, нужно какое-то время подождать. Ну, то есть это бизнес, это очень динамично, очень быстро. Современный предприниматель держит руку на пульсе всегда. Быть в курсе тенденций помогает совет предпринимателей. 10 лет группа бизнесменов налаживает диалог с властью, доносит трудности и просит помощи. Представители общественной структуры также получили подарки от администрации округа. Ирина Мигунова, Ольга Муравьева, Игорь Антонов. Телемикс. Семинары школы управдома завершились. Заключительный этап прошел в Доброполье с жителями микрорайона. Эксперты делились знаниями со старшими по подъездам, председателями домовых комитетов и ТСЖ. Специалисты рассказали, как повлиять на неплательщиков, как защитить права собственников жилья и когда перепланировка квартиры считается незаконной. Общественники узнали также, чем начисления за общедомовые нужды отличаются от начислений за содержание общего имущества. И что делать, если управляющая компания по-прежнему включает в квитанции высокую оплату за ОДН. На практических занятиях участникам семинара показали, как правильно просчитывать общедомовые начисления. Напомним, школа управдома проходит в Уссурийске второй год. За это время в проекте приняли участие более 500 активистов. Третий этап семинаров завершился. Следующие встречи намечены на осень. Без году столетия. В Уссурийске отметили 99-ю годовщину со дня образования пограничной службы страны. Поздравления принимали те, кто даже в мирное время стоит на страже Отечества. 99 лет на страже границы. Уссурийские пограничники стоя встречали знамена, символ своей службы и государства, которое они поклялись защищать. В этот день действующих офицеров и ветеранов благодарили за их опасный труд. Приморский край – территория приграничная, поэтому этот день имеет особое значение среди профессиональных праздников. Неприкосновенность рубежей Родины для нас – понятие святое. Точка отсчета 28 мая 1918 года. Всегда были те, кто стоял на страже окраин российского государства, но в эту дату Совет народных комиссаров учредил пограничную охрану РСФСР. Ее бойцы исполняли свои обязанности в годы гражданской войны, мужественно встретили удар сил фашистской Германии в 41-м. Годом создания погранохраны Приморья считается 1922-й, дата образования Градековского отряда. Через год мы отмечаем столетие образования пограничных войск. Это целая история, которая знает примеры множества подвигов во имя спокойствия жителей и сохранности государства. Именно пограничники всегда принимали на себя первые и самые тяжелые удары противника. Пограничная служба ведет свой бой и в мирное время. Только в 2017 году в Уссурийском округе задержали 5 нарушителей государственных рубежей. В свой профессиональный праздник отличившиеся сотрудники получили благодарности, грамоты и поощрение от начальства. Евгений Талов, Игорь Антонов, Телемикс. Детские сады прощаются со своими воспитанниками по традиции в конце мая. Современные выпускные у малышей теперь мало чем напоминают советские утренники. Скорее похожи на светские вечеринки. Как развлекаются семилетки и сколько это стоит? В нашем сюжете. На последний утренник в детском саду Владислава привел папа. У мужчин все серьезно. Жилет и галстук бабочка. Перед выходом в зал папа проверяет готовность сына к выступлению. Готовились к нему очень долго, с Нового года практически. Учили много стихотворений. Ну а до этого составили план мероприятий. В какой форме у нас будет проходить? Мы делали танец и еще стих, и еще разные... Как это? Ну, еще там песни. Но не только концертная программа должна быть на уровне. Первые выпускные в жизни детей родители стараются сделать такими, чтобы запомнились на всю жизнь. А потому мамы больше похожи на фей крестных. И платья бальные дочерям купили, и к парикмахеру сводили, и стрелочки на глазах нарисовали. Сегодня проснулась в 6 утра. Вчера с вечера готовили платье, прическу обдумывали, но как-то все так получилось быстро, неожиданно. И вот мы уже на празднике. Настоящий бал для подготовительной группы организовали сотрудники детского сада номер 3. За помощью к праздничным агентствам здесь по традиции не обращались. Своими силами подготовили практически полуторачасовую программу. Это занимало все наше время. И нам очень нравилось петь и танцевать. К
Каждый номер на радость родителям, а бабушки и дедушки на праздники едва сдерживают слезы. Теперь перед ними уже не маленькие дети, а будущие школьники. Я еще хочу сильно в школу. Ну, а садиком мне как-то расставаться не хочется. А почему? Потому что тут мои друзья, и как-то я с ними больше не увижусь. Праздновать выпускные такого формата в городе начали около 10 лет назад. Родители в погоне за модой заказывали лимузины, рестораны, огромные шоколадные фондю и известных ведущих. Сейчас, как показывает практика, не все готовы расставаться с большими средствами на детский утренник. В среднем, с учетом нарядов, подарков и сладких столов, мамы и папы тратят от 3 до 7 тысяч рублей. Виктория Калинина, Анна Маринец, Игорь Антонов. Телемикс. Впереди короткая реклама. Далее вы увидите. Докатился всероссийский велопарад до Уссурийска. Дали рок. Тяжелая музыка вернулась на сцены города. Продолжаем выпуск. Международный день соседей отметили сразу в нескольких дворах округа. С полудня и до вечера горожане веселились, читали стихи, беседовали за чашкой чая. Международный день соседей отметили сразу в нескольких дворах округа. С полудня и до вечера горожане веселились, читали стихи, беседовали за чашкой чая. Праздник прошел во дворах Покушнира 20А, Полушкина 136, Ленина 122, Короленко 23 и Пушкина 63. Провести торжество помогли администрация округа, уссурийские и краевые депутаты. За участие в конкурсах и викторинах жители получили много сладких и полезных призов. Завершилась насыщенная программа застольем и пением под гармонь. Напомним, что впервые такие праздники собрали жители многоквартирных домов год назад, в последние выходные мая. В нашем доме типовом мы с соседями живем очень весело и дружно. Ведь бывает очень нужно, чтобы кто-то поддержал, чтобы утром руку жал, одолжил бы соль и спички, побеседовал бы лично. Всероссийский велопарад докатился и до Уссурийска. В последнее воскресенье мая акция проходит по всей стране. Сколько участников поддержали экотранспорт и приехали к городскому парку, расскажет Наталья Зайцева. Здравствуйте! По всей стране прокатилась волна велосипедистов. Всероссийская акция долгое время имела московскую прописку, а с прошлого года активные велосипедисты выехали на парады в разных городах России. Уссурийск в этом сезоне присоединился к массовому выезду. Главная цель парада – обратить внимание на велосипедистов, численность которых значительно увеличилась. Это не акция протеста, а напротив, пропаганда правильной езды на двухколесном транспорте. Каждый велолюбитель должен соблюдать правила дорожного движения, иметь шлем и специальные удерживающие устройства для детей. 250 уссурийцев стали участниками первого велопарада. Возраст велолюбителей от 7 лет и до 70. Общая дистанция, которую проехали горожане, составила 10 километров. Тем временем по соседству шла международная гонка на беговых дорожках. На городском стадионе уссурийские легкоатлеты принимали китайских бегунов. Это ответный визит спортивной делегации из Поднебесной. В Уссурийск прибыли 20 спортсменов из Суйфэнхэ. Эти юноши и девушки показали отличные результаты на ежегодной спартакиаде в родном городе. Гостей принимали уссурийцы из детско-юношеской спортивной школы и Суворовского училища. В программе соревнований спринтерский бег, прыжки в длину, толкание ядра, перетягивание каната. Спортивное противостояние на дружеской встрече достигло нешуточного накала. В итоге первое общекомандное место завоевали наши спортсмены. Гости из Суйфэнхэ получили подарки и удовольствие от состязаний. У нас вообще сложились хорошие, добрые отношения не только в торговле, экономике, но и в спорте. И мы очень часто проводим спортивные мероприятия, состязания, спортивные праздники, как на территории Уссурийского городского округа, так же на территории города Суйфэнхэ. Полную версию велопарада и легкоатлетической гонки с китайскими спортсменами смотрите в пятницу в 20:00 в программе «Неделя спорта». А я передаю слово Екатерине Рехтиной. Тяжелый выходной выдался в Уссурийске. Впервые за долгое время в нашем городе прошел конкурс среди рок-музыкантов. Неопытные исполнители делили сцену с уже матерыми группами. Как это было, смотрите далее.
Рок-фест 2017 во Дворце культуры «Дружба». Первыми на большую сцену вышли уссурийцы. 2 года назад старшеклассников из разных школ города объединила музыка. Сначала репетировали дома, а потом перешли в актовый зал 29-й гимназии. Несмотря на малый возраст, команда уже устраивала сольные концерты. Поэтому открывать рок-фест оказалось не страшно. Если бы мы выступали после кого-то, то уже было бы какое-то послевкусие от кого-то другого. А мы как бы задали свой ритм и показали, вот, мы есть. Гости из Большого Камня, группа «Миссия выполнима», любят потяжелее. За 3 года своего существования коллектив не определился, в каком стиле играть. Пока их выступление – это смесь постгранжа, хардрока и хэви-метала. А конкурсный выход был полной импровизацией. У нас как бы вокалистка поет, но она не смогла приехать, госпитализирована была. Поэтому пришлось данный петь чисто. Экспромтом, короче говоря, даже без репетиции. Необычная манера привлекла жюри. «Миссия выполнима» увезла домой 3-е место. Известная уссурийская группа «Ренегат» заняла 2-ю позицию, исполнив хиты «Короля и Шута». Лидером фестиваля стала команда «Нота Бене», тоже из нашего города. Анна Клыга, Сергей Флоренцев, Телемикс. Иностранных коров встретили, предпринимателей и пограничников поздравили, рок-музыку послушали. На этом все. С вами была Екатерина Рехтина. До встречи на нашем канале.